Чат, если у вас лагает YouTube, ролики дублируются на Дзен. Ссылка будет в описании под видео. Перешел прям туда со своей дедой. Ну да, я минировать пойду там что-нибудь. Такой громкий ветер, пипец, тут на лесу. Есть! Не убивай! С той стороны, с той стороны. Не убивай его. Он на той стороне. Одного убил в упоре. Хорош, ангар дальше. Убил второго. Еще где-то были? В смысле, убил? Он живой? Где? Живой? Где? Подожди, стой. Я не могу стоять, я в отвопа не бегаю на крыше. Я. Минирую вход, как мы заходили. Что-нибудь? Не знаю, я такой шлем забрал. Просто умер. О, здесь они еще одного здесь убили. Да-да. У меня уже жетончик в сумке лежит. Тянально просто. ППшки, ПСки, БПшки, БСки, блять, все по очереди в магазине. О боже, блин. Наверное, какой-то гайд посмотрел чей-то. Как всех побеждать. Нет. Так, ну даже не знаю. По сути, к нам должны прийти типы. С той стороны. Наверное, надо будет немножечко подождать. Потому что мало ли. Но нам в ту сторону на выход вот идти. Не совсем удобно. Ты бегаешь? Да. Тихо, ходит у нас тут. Как мы шли. Блять, зашел. Убивай. Убил. Новую джакушку поставлю. Чел квестик делает. Так. Где мы? За домом, походу. На другом конце карты. Прекрасно. Ну, по сути, сейчас опять-таки там типы должны быть. Справа, слева тут стоит. Чевок слева. Убил. Что-то ящики пустые. Может, они ушли уже отсюда? Бежит. Тихо, не бегай. Прыгает. Сейчас будет заходить. Пусть заходит. Останова, да? Ну, там, где мы заходили. Где-то там ходит. Либо он перепрыгнул. Он перепрыгнул, да. В углу у нас те ящики с едой. Бил.
Я кинул ему. Чё-то я могу за пределами убивать? Или только прям вот на территории? Нет, слушай, я не понимаю, окей, блядь. Вообще... Только на территории? Бля. Прыгай, прыгай до сих пор у меня. Да где он там прыгает-то, господи? Право от тебя или слева? За мной. Своего тут попробую разыграть, жуликса. Я могу просто выбежать и... зарожчу. Ты не знаешь, где он. Один у меня. Ну вот, и на выстрел. На-на-на. На-на-на. Ему очень больно. На углу тут у меня. Их двое. Они здесь оба, оба, оба. Ты жив? Его убили, блядь. Да, я. Это я убил его. А, это ты? Да, да, это я бегу. Так, второго надо искать теперь. Второй какой-то снайпер там. Американский снайпер Крис Кайл. Он просто лежал в поле. В оупене. Поэтому аккуратно. Я сейчас помаячу по второму этажу. Может быть на танк. Может быть чуть левее даже отполз, потому что он в открытую стоял под левую часть. Стоит, стоит. Где скорая помощь есть у нас, понял? За территорией стоит у нас в упоре. Скорая помощь? Ты имеешь в виду справа, что машина. Ли? Убил, кажется. Машина скорой помощи. Найти? Вообще там у дома егеря стреляются. Ледекс бы было бы неплохо. Да. За ледекс, блин, зайца в поле лопатой убью. Блять! Убью, убью этого чудика. Нет? Убил. Я же там был! Я же там был! Откуда он тут взялся? Он ходил вокруг палатки, что ли, от меня? Прятался. Там мина аккуратно, на входе. Не зацепи. Опа, блядь. Что-то как-то... Нет, вроде 35 минут. Я думал, нас догрузил, вроде нет. Это мы где? А, это мы на висеках. Давайте, ледекс, ледекс, ледекс. Смотри, аккуратненько. Ледекс, блядь. Серьезно? Да. Ходим так, отсюда. Давай, скидывай, скидывай. Скидывай мне, я прикрою. Больше нету? Нету. Ладно, пойдем на выход. Прокатиться захотел, берец! Топленная старая лесопилка, лесопилка. Поехали на лесопилку, братанчик. Скоро начнем движение. Да ёпта. За ледоксом тебе идем. Тут, может быть, на этой вот фигне. Ледекс, ледекс, блядь, иди сюда, быстро, вот. Снизу. Ледекс. Под сумок, быстро, уходим отсюда. Нахер я ключи покупал от санки, ходил, открывал, если можно было в лес просто пойти. Вообще, это два раза заходим, здесь два раза ледекс. Но. Так а нахрен реально ключи нужны? Яндекс в центре вообще не работает. Но вот мы когда в Сочи были, там... Приложение от самоката, собственно, устанавливаешь кусты слева от воды. Возможно, бот.
там ты бегаешь? Бегаешь? Ты? Ты без микро? Ты без микро все еще. Кто бегает, блять? Прыгал кто? Ты? Не ты, я понял, походу. Это чуваки к нам пришли. Ой, как плохо я пострелял. Есть квест. Сейчас еще одного убьем и будет найс. Я убил, тут двоих, по-моему, взорвал. Ты где? Я в столу вылежу. У нас тут типы на входе. А ты сам где? Я под вышкой. Чел за палатку идет. За палаткой, чел. Он заходит за палатку. Зашел за нее. Если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.